К приходу гостей выставочный зал преобразился. Здесь представлена экспозиция работ выпускников художественной школы на футбольную тематику. Игроки прошлого и настоящего, в одиночку и целой командой. Горечь поражения и радость победы. Все воплотилось на полотнах юных мастеров кисти. В этом году Евариха Узуева, Московская область, празднует новый для нас праздник. Это день первой футбольной команды, 19 мая. Совершенно логично, что наш праздник сегодня посвящен, конечно, футболу. Преподаватель студии эстетического развития Куликова Анна Львовна, заодно преподаватель Демиховской школы искусств, проводит сегодня, так скажем, небольшой мастер-класс, да, по изготовлению футбольной команды, где каждый и взрослый, и каждый ребенок может вырезать и раскрасить своего футболиста так, как он это видит, как ему больше нравится. Вооружившись карандашами, маркерами, участники приступили к работе. Главное – соблюдать пропорции. Если не хватает фантазии, можно срисовать с фотографии или попросить помощи педагога. Это будет Черчесов? Да. Старайтесь использовать всю поверхность картона. Мастер-класс проходил дружно и весело. Кто-то впервые создавал образ, а у кого-то уже имелись навыки рисования. Но, как говорят организаторы, главное – это желание творить. В итоге большие фигуры из плотного картона дополнили инсталляцию футбольной команды, созданной учениками Демиховской школы искусств. В завершении мероприятия гостей ожидал просмотр старого доброго фильма «Запасной игрок».